Всем привет, с вами Елена Смирнова, и я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами проектом. Он находится на предстарте, и старт будет через 8 недель. Называется вот такое вот название Санхрос, или, в общем, микросистем. От создателей Стакрос. Кто в Стакросе работает, все знают, что это суперпроект. Он платит. Вот у меня я в Стакросе. Значит, у меня в Стакросе на балансе уже 14,78. Проект работает, платит супер. Очередь идет быстро. Денежка накапливается быстро. Вот я еще недельку вот эту обожду и буду ставить на вывод. Также буду писать я видео и постараюсь это все проделать в режиме онлайн. Вернемся к нашему проекту от создателей Стакрос, который находится на предстарте. Этот проект, он в криптовалюте, в Ethereum. Так? Значит, это система построения бизнеса на базе рекламной площадки с активно-пассивным доходом. Друзья, проект обещает быть суперским, так же, как и Стакрос. Значит, все я делаю в режиме онлайн. Я еще не регистрировалась. Если видео затянется, заранее прошу прощения. По-другому, ну, не получится так быстро все. Тут показать все надо. Значит, как это работать. Вы занимаете очередь согласно времени оплаты. Все аккаунты идут друг за другом. Проходя уровни, получаете вознаграждение на баланс, а также рекламные кредиты согласно маркетингу. Значит, смотрите, доступный вход 0.301 Ethereum. Это будет активация. А вход 0.01, по-моему. Ну ладно, сейчас все покажу. Так, подтверждено реальным продуктом, условно рекламной площадке. Быстрый доходный план компенсации, дублеры аккаунтов, роботы. Это значит, что они будут толкать очередь. Вот поэтому в Стакросе так и идет быстро очередь. Значит, каждый участник может ускорить движение системы. Никаких матриц, только живая очередь с переходом по уровню 3 к 1. Так, значит, все мы на старте будем равны. Можно даже зарабатывать без приглашений. Значит, масштабирование бизнеса в одном кабинете. Эксклюзивная трехуровневая реф-программа. Ежемесячная активность, гарантия постоянной работы и заработка. Автовыплаты, прозрачная система, механизм работы. Старт 4 октября 2019 года. Вот до старта осталось 8 недель, 4 дня. Вот здесь идет отсчет времени. Только сегодня запустился предстарт. Вот участник уже 252. Тут и регистрации, топ-лидеры. Онлайн сколько находится, значит, команда. И здесь вот соцсети. Есть группа ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, WhatsApp, тут как бы YouTube, Skype. Можно присоединиться к Skype-чату. Значит, к Телеграму. Ну и ВКонтакте, я так понимаю, тоже чат. И платежные системы Perfect Money, Pair, Bitcoin, Ethereum, ну и вот обменник. Это хорошо, что такие вот обменники. Ой, платежные реквизиты. Так, значит, давайте перейдем к маркетингу. Пройдемся по маркетингам. Для участия необходимо пополнить баланс на 0.01 Ethereum. Друзья, на данный момент... Я вот здесь уже поискала 0.01 Ethereum. Он стоит $2 с копейками. Вот 0.01 Ethereum равняется $2.27 США. Так? Это небольшая сумма. Ну, сами понимаете, это криптовалюта. И здесь как бы цена, она плавающая. Так, переходим обратно. После активации баланса списывается 0.301 Ethereum. Аккаунту присваивается номер и начинается движение очередь. При каждом пополнении баланса получаете рекламные кредиты 0.01 Ethereum. Это 20 тысяч кредитов. И вот здесь по уровням. Я вот это уже все перечитывать не буду. Это очень много времени займет.
И так видео затянется. И от 6 уровня мы уже получаем доход на вывод. Значит, вход 0.0193 интериума, выход 0.05 и вывод 0.01 интериум. Так. И дальше идет выход, уже 7 уровень, выплата 0.02 и по нарастающим. Так, далее. Вот видите, как сколько здесь уровней, очень много. Сумма при прохождении всех уровней составляет 448 044. В общем, такая вот сумма в интериум. И что у нас? Эксклюзивная трехуровневая реферальная программа. И вот здесь тоже можно посмотреть рефералы с первого уровня, рефералы второго уровня, это с уровня четвертого пойдут уже партнерские начисления, и рефералы третьего уровня и так далее. Вот. Это все идет реферальные начисления. Значит, в микросистеме существует активность. Каждые 24 часа с баланса списывается 0.303 интериум для генерации трех роботов в конец очереди. Они толкают очередь вперед. Также есть возможность создать дублера вашего аккаунта. Ваш логин плюс вот решетка 1. Но это вот как в Стакросе, друзья. Которые становятся в конец очереди и отображаются в вашем кабинете. Они также идут в очереди и выходят на выплаты согласно маркетингу. Активность списывается с учетом количества дублеров. Вот, это тоже все здесь прочитайте. В случае недостаточного баланса для оплаты активности, система сначала активирует главный аккаунт и дублеры по приоритету, ближайшие к главному, в том количестве, насколько хватает средств. В общем, тоже здесь все это прочтете. Это все супер. Конечно, я не могла пройти мимо такого проекта. Обязательно читаем новости. Здесь все будет как бы все новости. Значит, и конференции, и брифинги сюда заходим. Обязательно. Значит, переходим к регистрации. Здесь обратите внимание, ваш пригласитель. У меня в данном случае лидер. Значит, здесь указываем фамилию, имя, отчество. Так. Почта уже стала по умолчанию. Значит, рекомендуем почтовые ящики на серверах Gmail и Яндекс. Я прописываю свой логин. Вот у меня логин Елена. Далее я прописываю пароль. Опять прописываю пароль. И скайп. Так, условия соглашения. Стоит галочка. Разгадываем капчу. Так, наша капча любимая. Подтверждаем. И нажимаем регистрация. Идет также отсчет времени. Сохраним. И нажимаем войти. Регистрация успешно завершена. Вводите свой логин и пароль для входа в систему. Опять разгадываем капчу. Велосипеды. Подтверждаем. Нажимаем «Войти». Все, мы попали в кабинет, друзья. Так, далее. Кабинет. Профиль. Значит, здесь все надо прописать обязательно. Платежные реквизиты. Perfect Money. Payr, Bitcoin, Ethereum. Так, это мы будем... Так, у нас будем... Так, это в личном кабинете. Это все надо... Так, редактировать профиль, сменить пароль, отправить пин на... Здесь вставляем, как бы, я не робот, а отправляем пин. Вам на почту придет пин-код. Его в обязательном порядке сохранить, потому что он нам нужен будет при выводе средств. Так, далее обратная связь. Тема, краткий вопрос и
Ну, нажимаем на синюю вкладочку «Задать вопрос». Перед тем, как задать вопрос, прочтите ответы на часто задаваемые вопросы. Все кликабельно. Так, рекламные материалы. Баннеры. И находится наша партнерская, друзья, ссылочка. Баннеры всевозможные. Это супер. Значит, здесь будут отображаться рефералы. Далее, модераторы. Вот сколько у нас тут много модераторов. Также можно ко всем добавиться, если возникнут вопросы, в случае чего. Так. Ну, здесь маркетинг, новости, конференция, брифинги. Ну что, друзья, кому интересно, присоединяемся. Проект суперский, сумма небольшая. Ну, сколько там, 2,30 в долларах, ну или в рублях. Сколько сейчас доллар? Рублей 60-70, да? Тоже цена плавающая. На этом все. Продолжение, естественно, будет следовать. Обязательно, друзья, на главной страничке убедительная просьба всем добавиться в группу ВКонтакт, в Skype. И вот это, как я понимаю, чат в Skype. Я оставлю свои контакты под видео, в описании под видео. Стучитесь у моего пригласителя. Создан чат ВКонтакте. Он меня добавит, я добавлю вас. Только, пожалуйста, пишите цель добавления. Хоть что-то, чтобы я поняла. Ну, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.